Итоги рабочего дня правительства в Вичугском районе Павел Коньков подвел на совещании. Глава региона отметил, что муниципалитет двигается вперед и в ряде случаев самостоятельно решает свои проблемы. Но работать есть над чем. Губернатор высказал недовольство по поводу сельского хозяйства. По большому счету в районе его нет, резюмировал Павел Коньков. На встрече с общественностью исполнительной власти были заданы вопросы касаемо газификации. Юго-восток Вичугского района обделен голубым топливом, а потому не развивается. Также местное население спрашивает, кто же сможет работать на заводе синтетического волокна, строительство которого в ближайшее время начнется как раз в Вичугском районе. Губернатор рекомендовал профильному комитету начать готовить кадры. Татьяна Борисовна, ну, слышали вы вопросы, да? В принципе, пора тоже определяться, как они будут набирать кадры, как они будут их обучать. Мы с вами не очень владеем сегодня вопросом, мы как бы не очень им занимались, а людей уже волнуют детали. Вот, и надо с этими деталями уже потихонечку, так сказать, отрабатывать.